Я категорически вас приветствую, и с вами Альвина. В связи с уходом из мододельства Азанора, создателя модов Томкрафт 1, 2, 3, 4, 5, и оставившего нас пользовать последним своим шедевром Томкрафт 5 на версии Майнкрафта 1.9.8, такие любители Томкрафта, как я, немножко соскучились. И, подавшись уже во все тяжкие, начал было бы играть по пятому разу Томкрафт 2, я приуныл. И тут на фоне появилась молодая амбициозная личность Апенгу, он же мистер Димка в мальчишестве, вот, создавший мод Lost Thaumaturgy. Также к нему подтянулся еще один мододел под кликухой Агри Теннис, как-то так, добавивший в его замечательный мод эльхиоровые инструменты и сам эльхиор. Вот. Ну, поскольку я любитель Томкрафтов 2, я не мог пропустить такое событие. И тем более поиграть в Ванилу 1.12 тоже было желание. Ну, насчет этого вспомнил, что давно на моем канале еще не было чистый мод. Поэтому сегодня я вам представляю Lost Thaumaturgy. Также мод на Эльхиор под названием Таумик Эхоэс, вот он. Ссылку на этих деятелей вы найдете в описании и также на их мод. Вот. Ну что, попробуем пройти данную сборочку. Я уже подготовил себе карточку, так что встретимся в этом опасном мире и попробуем окунуться в него. Такие мы появились в замечательном лесу. Как я вижу, у нас тут биом рива, решка, тайга. Ага, мы появились в тайге. По привычке я забираю, как этот называется, ящичек помощи. И, насколько я уже успел изучить территорию, вот в том месте у нас, так, выполни маленький ачивка под названием «Получить древесину». Кстати, древесина нам пригодится. Вот, кого интересует текстур, данная штука называется «Default Improved». Ну, последнее время мне данные текстуры понравились. Вот. Так, меня, конечно, ожидает маленькая настройка моего, как бы, лаунчера, потому что, как видите, у меня автоподъем работает. Так, вот наш первый житель. Хорошо. Так, и в самом начале, может, заберем вот эти камушки, чтобы они мне тут под носом не мешались. К тому же у нас там ямочка, как я вижу. И, как вы понимаете, раз это 1.12, то у нас тут чуть-чуть новая система ачивок. Так, тебя, дружок, закрыли, ты продаешь пакер. Ну ладно. Ты у нас пока не тут поживи, а я уже, поскольку более-менее знаю, где тут что, иду в данное заведение за очень довольно-таки нужными вещами, железкой. Вот. Новый рецепт unlocked. Так, что нам тут еще надо? Тут нам, ну, для лишнего для лишней экономии времени заберем данные штуки. Так, свинья, ты, наверное, нам пригодишься в качестве первой жертвы. Вот. Угу. Так, что у нас тут? Тут у нас ничего. Как видите, в 1.12
в соответствии с биомом у нас появляются домики. Делаются точно из такого же материала. Так, я тебе дарую свободу, иди отсюда нафиг. Так, значит, у нас есть два ящика. Мы их ставим сюда. Дальше у нас есть две печки. Одну ставим сюда, другую можем пока положить в ящик. И первое, что мы должны сделать в том крафте, как вы думаете, что мы первое должны сделать? Это, естественно, палочка, выручалочка. Она делается довольно-таки просто. Это всегда оно так. Конечно, может найти можно где-то. А и дальше, что мы должны получить инструкцию. Инструкция, как видите, довольно-таки интересно крафтится. Ну, обидно, что долго. Немножко долго. Но поскольку это действие происходит один раз, можно и подождать и полюбоваться красивыми эффектами. Ну, думаю, автор не зря это делал. Вот. И несмотря на то, что у нас Томкрафт больше похож на второй, с плюшками из других модов, кто со вторым не знаком, я вам соболезную. Вот. Но у нас стандартный озоноровский интерфейс по изучению. Тут мы можем все изучить. Плюс вот до сюда это все Lost Thaumaturgy. И вот это Thaumic and Hoes, единственный аддон к этому моду. Вот. Ну что, поскольку я уже повторяюсь, я не хотел играть в ванильный Майнкрафт, но он не очень интересный, поэтому решил совместить три вещи. Это, так, кстати, этот можем закинуть, получить кусок мяса. Кстати, почему вот так вот меняются текстуры? Интересный эффект, когда у нас что-то лежит в инвентаре, текстуры инвертируются, да. Занятная штука. Так, это мы пометим, чтобы сообщить автору. В принципе, это никак не влияет на игру, но как-то занятно. Так, у нас есть палочка, которая даже набирает Visi Paint. Так, у нас есть еда, а у нас даже есть раф рыба. Так, эти инструменты. Чаркол. Нет, чаркол я тратить не хочу. Лучше мы поджарим. Как мне тут сделать? Давайте пожарим это. И здрасте, что хотите, шерсть. Знаешь, дорогой, я у тебя сам бы шерсть купил. Ладно, я сейчас тогда закрою. Мне надо чуть-чуть настроить свою карту и вернусь. Так, произвел кое-какие настройки. Как видите, у меня появились значки местных жителей. Вот так, что я могу сделать с помощью этого? Ну, наверное, железную кирку. Кстати, мне для начала надо сделать, чтобы выполнить ачивки. Так, тут я хотел закинуть вот это и получить уголь. Так, смотрим, что у нас по ачивкам. Achievements, Adventure, это не подойдет, Adventure, так, это мы, так, интересно, Story of Game, Mine Your Pickaxe, интересно, я должен делать, или это, вот непонятно, какая, Smelt Iron Eagle. Smelting Iron Eagle. Ладно, это мы тогда скидываем. Раз, два, три. Берем, делаем пикаксу. Вот, золотую. Так, у нас вроде бы есть еще желательно сделать Achievement Iron Pickaxe. Делаем железный. Этот Талономикон мне на данный момент не нужен, потому что мне надо... На данный момент задача Crucible. Crucible у нас самый машины с ТТТ. То есть Crucible, Вис это Redstone и Thaumic Infuser, камни и... То есть мне нужно найти кристаллы. Кристаллы.
кристаллы мы, как видите, можем найти в пещерах, плюс ртуть и также, All the star surgeon and topaz кристалл. Добавлено что-то новое. От 16 до 24 stone mined. После смелтинга получаем quicksilver. Очень приятно. Research. Research мы можем делать на столе. Так, AUX table. Да, вот. Надо будет перевести на русский все это. Точнее, может переключить. Таумосфера. Так, я еще хочу проверить, есть ли тут русский язык. К сожалению, как я понимаю, хотя, может, я что-то вот не знаю, но русского языка данные книги не поддерживают. Хотя, возможно, это что-то я не знаю. Вот, и к тому же ухудшилось как бы восприятие данных штуковин. Да, что-то мне тут не понравилось. Да, вот видите, Crucible, и еле-еле видно, чего там написано. Поэтому вернусь в английский, толку от русского тут нет. Ладно, вернулся в английский, продолжим. Так, у меня есть два уголька, которые мы можем превратить в торчи. Так, есть дерево с собой. Это мне, в принципе, покамест. Не знаю, это может накапливать. Я покамест данной системы не знаю. Так что я, в принципе. О, у нас пришла ночь. А у меня как бы даже поесть нечего, но у нас тут мужики разводят огороды, так что можем пойти под покровом ночи и ничего не сделать, поскольку огороды. Ага, у нас есть тут шабачки. Так, пошли пошляемся по огородам. Так, огород. Отдайся. Так, к счастью, не все наши жители нам все собрали, да? Кое-что мы можем у них скоммуниздить. Так, и потоптать им грядки. Урожай. Какой нехороший. Так, забираем данные посевы во имя изучения Таума. Так, что тут у нас еще есть? В принципе, у нас тут грибочки есть. Так, судя по карте, у нас пока опасностей рядом нету. Так, ну, кстати, грибочки тоже надо пособирать под шумок. О, этот самый брюква. А ты не поздно тут ночью шляешься? У меня то оружие есть, от тебя то загубить, если что. Так, поспать я не могу. К большому сожалению. Где-то слышен хруст костей. Ладно. О, ребята, у вас тут темно вообще-то. И как вы тут на таком отшибе жить собираетесь? Вас же тут всех съедять. О, кстати, кофтовка. Картошка. Ну, думаю, стекло мне пригодится. Так, ребята, демократы, вы где тут поселились? Ну, раз ты уж ко мне пришла, то извини. Так, и там у нас дежурная свинья есть, да? Здрасте. Ну ты тут, раз уж такая умная, заныкалась, то уж живи. Так, еще грибочек. Ты что у нас, уголек хочешь? Ой. Не-не-не-не-не-не, ребята. Ой-ой-ой. Так, первый монстр убит. А тут уже что? Кто-то спер дверь, что ли?
Еще один. Ну, хорошо, что я шел. Конечно, халявные ресурсы это полезно, но не настолько. О, кстати. Здрасте, священник. Судя по звукам, это у нас где-то зомби ходит. Нехороший. Так, это же зомби-житель. Где хруст? Или уже кого-то съели? Так, мне одна вещь тут в данном месте не нравится. В общем, control, auto jump off. Done. Done, back. Тем более у нас тут появятся ботинки, которые нам... Ты, значит... Вот. Ну, пока весь можем защищать наших друзей. Блин, поспать я не могу, потому что вес рядом как-то не наблюдаю. Так, два факела. Ага. Так, интересно, что мы с этим можем с этим делать? Пока мисс ничего. Надо, конечно, нам икон почитать. Так, вот, у нас есть дирт, можем установить красивость. Так, где ж мне сделать вход в шахту? У нас тут крипер есть, он нам сейчас поможет данное дело выполнить. Нет, не поможешь? Ну ладно. Кстати, у нас там... У нас там поле, а в поле, наверное, бывают овцы. Овцов как-то не видно. Кто тут в меня стреляет? Во-первых, уйдя от деревьев, вот, можем найти грибочек. Ага, синее дерево. В этой версии оно выглядит довольно-таки интересно. Я так надеюсь, что оно так выглядит. И у нас есть скелетик. Так, здрасте. Интересно, с вас артефакты выпадают или как? Нет, не выпадает. Тут у нас, блин, думал пещера. И это не оказалось пещера. Так, у нас есть дерево. Ага, и шиммерлиф. Так, и... Так, что это значит? Когда меня бьют, вопросики. Довольно-таки интересно. Я без понятия, что это значит. Когда меня обижают, у меня идут вопросы. Так, по карте я как-то овец не наблюдаю. Так что, наверное, придется охотиться на этих самых... О, кто-то... На пауков. Здесь... О, а нет, смотрите, есть маленькие деревья, есть большие. Так, интересно, как же выглядит... О! Житель! Хотя, наверное, тут что-то... О, еще к нам труп идет. Да, никакого контента пока с моей стороны нету. Ну, поскольку ночь и... Заняться нечего, а я в деревне ошиваться не хочу. Я вот тут без брони, без ничего ныкаюсь по... Вот еще один скелетон. Так, а как вы думаете, для чего мне кости? У нас там недалеко есть собачки. Так, смотрите, деревья довольно-таки... Ага, вот оно наше великое дерево. Великое, это хорошо. Вот это большое дерево, точнее магическое. А это серебряное. И выглядит довольно-таки... О! И даже осталась такая фича StoneCraft... 2, насколько я помню, когда листва падает,
Видать, из-за каких-то багов, а может, это разработка автора. Кстати, у нас там Андрюши ходят. Поэтому мы их можем немножко попробовать забрать. Надеюсь, автор ничего не добавил такого, что меня тут загубит. Ай! Так, довольно-таки интересно. Так. Ну, тут они меня не должны тронуть. Иди сюда. Здрасте, здрасте. Так, первая смерть. Первая кровь. К счастью, у меня эндерман. И как это эндерман меня дотронул? Угу. Недооценил я немножко. Что-то я не так сделал. Так, поскольку у меня тут могил нету, мне придется бежать домой, взять что-то такое приятное и попробовать загубить такие. Ага, а из этого, интересно, меч сделать можно? Я так и не в курсе. Ага, это не тот камень. Дерева нету, кирки нету. Ладно, пошли на бонзай. Потому что время идет, и я могу умереть. Ну, первую ночь умереть – это святое. Да-да-да, только не от твоих рук. Вот, надеюсь, у меня там все осталось. Да, конечно, глазиком разжиться не получилось. Что-то я ступил. Так. Ну, к счастью, я недалеко ушел, так что... Как это называется? Беспечность наказуема. Вот. Вот а таким быть беспечным, сделать плохую защиту и пытаться убивать эндермена в первый же день... Не есть хорошо. Так, и вот опять же, это самая система, когда у нас... Так, ну у нас есть две косточки. Ну, чему-то это не взялось. Так, у нас до хрена свинины. К сожалению, лучше было бы больше другой всякой живности. Вот, пока мисс у нас идет чисто... Ванильное развитие. Ну хотя, в принципе, обеспечим себе жизнь, как это называется, мясцом. Вот. И скажу по секрету, первое до этой сборки, которую я, конечно, собрал сам, первое желание было поиграть в Игротех 6. Сборочку я нашел. Ну, я подожду, пока мистер Грегориус более-менее все устаканит. Потому что там за его обновление выходит чуть ли не каждую неделю. И обновления довольно-таки серьезные. Поэтому как-то серьезно играть в нее... Не представляю возможности. Там или забить на обновление, или... Вот. Ну, вы поняли. Или играть... Ух ты, сколько ж... Угу. Так, это мы набили. Конечно, первая серия, она, как всегда, занудная. Ничего нету, ничего не умеем. А Винус вместо того, чтобы заниматься какой-нибудь интересной деятельностью, гробит свинюшек. Кстати, я там видел уголь. А уголь весь полезный. Нужный, точнее. Так, уголек. Это опыт и топливо. Ага. У нас даже есть тут, как бы,
Я не знаю, понадобится ли, но лучше уж взять и иметь, чем потом бегать и искать. Этот самый кирпич. Так, кирпич так я не достану. Можно сюда заплыть и вот так вот перебить. Так, ну, довольно-таки немало ресурсиков полезных и не очень нашли. Так, ну что, свинка, извини, ты попала мне под горячую руку. Вот еще одна свинья бегает. Так, а вы тут, парни, как, выжили, не выжили без моего опекунства? Я так думаю, вам и без меня тут довольно-таки неплохо живется. Ну, ладно, потом за кадром я тут, как всегда, все светю и обделаю. Так, у меня уголь есть, можно нажарить еще уголь. А так, это мы все... Ага, это есть у меня система. Так, мне надо этот пикакс, что еще, чего-нибудь поесть. О, 48 мяса. Мне нужны эти самые фонарики, как я их называю. Да, что мне еще бы там нужно, пригодилось бы. Так, это мы сделали. Так вот, теперь кидаем мясо на поджарку. И пошли думать. Ну, наверное, надо идти. Так, возьмем дерево. Дерево с собой нам всегда пригодится. Так, еще давайте посмотрим, что это у нас тут такое. Тут ничего. Кнофейдж, ничего. Это изучать все надо. Ага, арканы крафтинг, таумать ресторер, квик сильвер коры, это апгрейды. Ванд, ванд я знаю, как делать. Ванд конструктор. Арканы блок, а, это даже так делается. Ванд фокус, а, ванд конструктор, это, наверное, одевать эти crucible of eye. Это более новенькие. Так, это мне ничего. Это все мигает, я не могу. Монолиты. Монолиты. Ага, 4К. Без очков не попадем. Так, и это уже, наверное, высшая мера. Ну и что ты хочешь? 19 ниток, 20. Рыбу зажаришь мне. Нет, я извини, пока я сам. Хорошо. Вот еще у нас есть это. Так, как вы думаете, где тут начать? О, кстати, аф. Я слышу гав. Гав у нас где-то... О! Блин, я забыл. Я ж так собирал кости. Кстати, в этой версии Майнкрафта 1.12 собаки ненавидят скелетов. Но будешь ты моим? Нет? Но спасибо тебе. Муа! Тузик. Ну вот, можете первое сделать, написать, как назвать этого тузика. Вот. Первым давшим имя так и назовем. Если оно более-менее соответствует моральным требованиям. Так, где нам сделать шахту? Кстати, тут жители не будут селиться. Какого-то хрена я решил сделать тут. Ну ладно. Пошли под землю. Не очень удобно, конечно, но да ладно. Хотя, в принципе, это не интересно. Все знают, как это копается. Поэтому, как только что-то найду, я вас это, конечно же, позову. И что я обнаружил? У нас под землей есть вот такие вот светлые точки. И насколько я догадываюсь, это и есть данные руды из Лос-Томатурги. Вот. Так что я думаю, найти их будет, ну, наверное, с картой не проблема. Я-то сомневаюсь, что это... Ага, вот. Где-то тут... Так, где-то тут, не тут. Вот тут должен быть руда.
Так. Вот тут. Нет. Вот она, и зеленая. Это у нас кристаллы. Вот в таком варианте, так, друган, ты мне сейчас, не дай бог, появится какая-нибудь расщелина. О, кстати, первое железо. Первая расщелина. Ты меня, быстрее всего, куда-нибудь скинешь. Вы же собаки такие, вы же тупые, не дай боже. Так, ставим, ладно. Вот, это у нас эрт-кристалл, земельный кристалл. При бросании в Крусибл, да, он выдает 25 вис. Ну, пока не слишком дорогой. И кристаллы у нас могут использоваться для создания Talming Infuser. Кстати, это любой кристалл, по идее, подойдет. Кристаллов для выроста, Crucible, Unbreaking Tree, Enchantment. Вот это что значит, я не очень знаю. Ага, вот они рецепты наших всех. И вот они, зеленые ботинки. Только я вот не знаю, именно зеленый нужен или можно любой использовать. Тут как-то... Ух ты, какой Pyramidian Crystal. Кстати, можем посмотреть. Ага, попадаются артефакты для изучения. Очень приятно. Тайнт есть. Void Chest. Его сделать нельзя, его, наверное, только найти можно. Talming Generator. Если не ошибаюсь, это генерирует Darkness Seed. А Darkness Seed можно найти в таком ящике. Dark Infuser. With Purifer. Fragment of Purifer. Что такое? Так, я вроде бы искал сапоги. Вот, сапоги. Infused, да, только зеленый кристалл. Ну, насколько я помню, он такой и был. Рецепт. Ладно, пошел я ковыряться в нашей земле матушки дальше. К сожалению, в данном месте сломалась моя кирочка. Я вынужден покинуть данное место. Хотя, подождите, у меня есть дерево. И у меня есть камушки. Я могу сделать кирку вообще-то из дерева и продолжить свои исследования данных глубин подземелий. Так, андезит у нас не подойдет. Вот эту кирку я могу сделать. Getting upgrade. Ага. Так, и что у нас там по ачивкам? Achievements. Ага. Значит, такого цвета, это означает, что я его выполнил. Full Bucket with Lava. Protect Suit. Ага, защита. Вот эти вот мигания, довольно-таки интересная штука. Upgrade Pickaxe. History. Harvest. Это что такое? А. Animal Forget. Brave 12 Animal. Покорми двух анималов. Животных. Железный меч. Ага, сделать сделку. Понятно. Ладно, так, где тут должен? Где-то у нас там что-то кто-то рычит. Свою собаку я зарыл под землю по камень, чтобы она мне сильно не мешала. О, кстати, опять железка. Ну, железом. И все. Так и все. Ну что ж, пошел я немножко еще покупаю до 12-й, а вот где хоть намечу эмеральды, или, не, эмеральды они только в горах, намечу где-нибудь полезные руды лучше. Найду редстон, золото, естественно, взять не могу, да, но ты таки выбрался, да, ну ты молодец, слушай. Только ты мне тут так не в тему. Ты мне сейчас тут так мешаться будешь, что я не знаю. Хотя, если будет пещера и надо будет защиту, от тебя толка будет. Хотя вот уже
как это называется, вы достигли дна. Глубина 10 – это оптимальный для меня вариант. Ну, давайте опустимся. 12, 11, 10. Все. Вы достигли дна. И я люблю делать туннели вот такие вот 3 на 3. Вот он, редстоун. Хорошо. Его я нашел. Мне надо 7 на крусибл. Так, и очень много кристаллов, кстати, надо. Вот, будущая моя шахта. Тут ставим фонарик и вот это вот сбиваем. Так, толку мне сейчас, я могу сделать крусибл. И вроде бы магический верстак, но это мне ничего не даст, потому что у меня мало кристаллов. Вот, ладно, я вертаюсь назад и займусь переработкой руд. А, так, ну, это пускай стоит, он мне в данный момент не нужен. Вот, ну, вернусь. Так, вернулся я таки домой. У нас есть еда. 15 называемых. Так, можем сделать из mushroom. Кто помнит, как это делается, мисочку и сделать супчик. И таким способом получить, может, какую-то ачивку. Так, кто меня тут толкает? Дружок, мне бы твои нитки, но ты мне их не продаешь, да? Так, у нас есть, так, получить железо. Чё, ачивка не далась? Option, ой, не option, achievements. Это тут было. Smelted iron ingot. Ну, я вроде бы засмелтил. Bucket rich lava. Bucket мне по-любому пригодится. Делаем. Вот, лава тоже было бы неплохо. Так, мне надо еще одна кирка. Так, давайте вспомним, как у нас делается крусибл. Крусибл. Вот этот. Колдрон. 7 слитков железа. Довольно-таки. Так, не понял. Вроде бы штри было. Что-то я напутал. Так, делаем еще один вот этот вот кирку. Так, вот это мне не знаю, почему инвентируется, как это называется, а почему вот это вот происходит? Так, чик-чик. Ага, если этот есть, он инвентируется. Интересная, занятная штука, ну ладно. Так, по карте, кстати, карта настраивается. Минимап, фулс, гринмап, скале, смал икон, мини дистанция, фронт скале, шов икон, болт лейбл, стационара, не, нету тут. Так, блин, где бы нам какую-нибудь найти, чтобы поспать? Так, а сколько у меня вообще-то ниток? Две нитки, у нас дождливая погода. Ну что ж, я тогда пошел вниз и надеюсь накопать что-нибудь полезное. Так, на карте я обнаружил еще один кристалл, поэтому я пытаюсь его добыть. Надеюсь, у меня это получится. Надеюсь, это будет какой-нибудь огненный кристалл. Или вис. Вис – это вообще приятная штука. Вот он, вот он, вот он. Так, где-то он… А, тут у нас уголь. Неужели он под мной? Благодаря карте это нахожу.
Ну, уголь тоже вещь полезная, поэтому я его, как всегда, собираю. Так, собираем уголь и ищем вискристалл. Точнее, не вискристалл, а обыкновенный кристалл. Неясно, какого он там попадет. Так, собачка, вот уйди, окуяный. Ну вот, где мой кристалл? На, тютик. Вот он. О, вискристалл. Очень великолепный. А вот за такие вот дела я тебя тут замурую и сиди. Все равно придешь. Ты же у нас, как это называется, преданный пес, да? Ты же нам все равно придешь. Так, рядом больше нигде нету. Про это я не знал, что можно по карте видеть кристаллы. Кстати, если реализовано все как в Tomb Raider 2, то сделав кирку из Tomb Raider, она будет нам показывать, где лежат полезные вещи. Вот, ну, покопайка, конечно, она приятная. Ну, все еще версии, следующей серии постараюсь начать добывать уже нормальные ресурсы и делать нормальные вещи из Stonecraft. Извините, из Lost Thaumaturgy. Это не Stonecraft, это другой мод. Точнее, даже не знаю, как назвать, честно скажу. Так, фонарики кончились. Так-то тут ничего нету. Хорошо, на этой глубине, достигнув дна, я с вами прощаюсь. И если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, пишите ваше мнение. И увидим в следующей серии. Постараюсь развить этот мод до конца, если он, конечно, не зависнет или что-то в этом роде. И... Увидимся в следующей серии. Ставьте лайки, пишите комментарии и счастливо!